Те люди, которые сейчас пробуют заниматься бизнесом, они используют еще старую модель. Это старая модель, которая была в Советском Союзе, когда люди говорили друг другу слова. Ну как тебе этот человек? И обычно говорили, он хороший человек. Не обращая внимания, насколько этот человек специалист в данной области. И я хотел бы вам сказать о том, что же такое настоящая буржуазия. Дело в том, что люди, которые проживают в наших постсоветских пространствах, до сих пор считают, что им кто-то что-то должен. Но они забывают, что они перешли в буржуазную модель. Эта буржуазная модель подразумевает олигархов, она подразумевает защиту олигархов, а также эксплуатацию трудового пролетариата. Именно поэтому раньше мы жили в социализме, где руководящая сфера заботилась о людям, которым давали пенсии, которым давали социальные пакеты, за которыми наблюдали, которым старались помочь. Потом, после того, когда страна перешла в состояние буржуазии, кто бы что ни говорил, именно это сейчас происходит, то проявился элемент такой, который нужно запомнить. Этот элемент называется «буржуазия эксплуатирует трудовой пролетариат». Именно поэтому каждый человек, который сейчас живет в тех странах, которые приняли для себя буржуазию как элемент, а как определить, есть ли буржуазия или нет? Ну, очень несложно это сделать. Напишите слово «олигарх» в интернете и посмотрите, кто эти люди. И вы сможете понять, это люди, которые являются владельцами заводов, газет, пароходов, и это люди, которые эксплуатируют трудовой пролетариат. Именно поэтому этих людей можно условно назвать буржуа или буржуями. Но я ни к чему не призываю. Я просто хочу вам открыть глаза. Дело в том, что буржуазия защищает интересы буржуазии, а не интересы пролетариата. Именно поэтому хотел бы вам сказать, если вы считаете, что кто-то вам должен, что кто-то вам что-то даст, знайте, единственная возможность стать кем-то или чем-то в этой стране, это становиться эксплуататором трудового пролетариата, товарищи. Ну вот других элементов нет. В наше время это очень важно иметь как бы в понимании своем. Ну и второй вариант, как бы, который связан только с постсоветским пространством. У нас человек может стать буржуем в случае, если он имеет хорошие знакомства. Именно поэтому очень важно обучать своих детей коммуникации, знакомствам, находить хорошие знакомства, дорожить этими знакомствами, коммуницировать с этими людьми, стараться для этих людей. Не имейте 100 друзей, не имейте 100 рублей, а имейте 100 друзей.